Привет всем, друзья, с вами Серега. Вот только вот недавно убрали акцию с Delivery Club, где можно было получить Six Hour навсегда за 300 рублей. Естественно, было понятно, что они результатом довольны, они будут продолжать подобные акции, только, естественно, уже не с Delivery Club, а придумали что-то более-менее другое. То есть сегодня у нас тема пойдет, что в Warface добавили возможность купить катану за 300 рублей. Конечно, временную, до 2 февраля. Чтобы поподробнее вам об этом рассказать, сначала давайте зачитаем официальный ресурс. Смотрите на эту карту. Технология двух миров и подарок в игре Warface. В общем, нужно будет купить набор в игре Skyforge. То есть я знаю, что вы в любом случае, наверное, не знаете, что это за игра. Может быть, маленький процент знает. До 12.00 МСК 2 февраля Skyforge предлагает новичкам и ветеранам проекта приобрести полезный игровой комплект технологий двух миров по выгодной стоимости. В составе набора входит костюм. Это не важно, что в него входит. В качестве бонуса к этому набору предлагается пин-код для игры Warface, в котором содержится катана навсегда и камуфляж синий неон для нее. Если вы всегда мечтали об этом оружии, то это отличный повод им обзавестись, бла-бла-бла-бла-бла. На самом деле, 300 рублей для катаны — это капец как мало! Это первый вариант того, что она была в коробках удачи, и чтобы ее выбить, мало было 600 кредитов, как минимум. Ну ладно, хорошо, в 2013 году, может быть, ее можно было выбить 600 кредитов. Если бы ее сейчас добавили в игру, наверное, вероятность того, что вы выбьете ее, равнялась бы тому, какого процента я выбил бы золотой катар зимней охоты золотого контейнера. То есть... вы поняли. И 300 рублей это действительно немного за катану. И знаете, самое интересное, что они еще добавили к ней офигенный скин неон, который, сука, я купил в бонус Game.ru, что ли за 4000 бонусов или за 5000 бонусов. То есть, если их переводить на рубли, около 12, сука, тысяч рублей. Может быть, где-то 10 тысяч рублей. Просто скин, не катана, именно вот этот вот скин, который идет вместе с самой катаной. Я не против, конечно, это охеренно, это круто. И все делается, это на самом деле не особо трудно. Ты просто берешь, заходишь в игру, нажимаешь скачать. Даже не обязательно эту игру качать, понимаете? Просто нажимаете скачать. И переходите по вот этой вот там, на главном постере висит прямо это «Получи катану навсегда» и какие-то там двух миров офигенные скины в этой игре. Просто оплачивайте 300 рублей, и вам в течение 2 минут на этой странице оплаты показывается пин-код. То есть я это попробовал тестом, взял, купил, активировал, все отлично работает. И потом я увидел, что мне вскочила надпись типа... чувак, типа, ты можешь покупать, вообще, будет миллион пин-кодов можешь покупать, как бы у нас пока они не закончатся, мы акцию не приостановим. И, естественно, я уже взял и закупил, не знаю, дофига пин-кодов, и на всякий случай, потом, когда эта акция закончится, чтобы, может быть, их еще разыгрывать, ну и, конечно, сейчас, чтобы их тоже разыгрывать. Кстати, а почему бы нет, давайте я один пин-код на катану плюс офигенный скин разыграю еще в этом видео, вам всего лишь нужно будет поставить лайк, подписаться на канал и возле подписки нажать на колокольчик и написать любой комментарий. Ну, итоги через пару дней в группе ВКонтакте проведу. Ну, не знаю, раз у меня так много пин-кодов на катану, всего лишь 300 рублей, не столь, я здесь купил их очень много, да, потому что 300 рублей для катаны коробочного ствола, это действительно мало, их можно будет разыгрывать, продавать и еще всякая херня, короче, вы сами понимаете. А также, конечно, друзьям раздавать и все такое. Так что, друзья, если у вас нету катаны, поверьте, 300 рублей это очень мало. Я понимаю, что Mail, что-то, не знаю, очень как-то на эти акции прям уж вообще бурно реагирует. Потому что сначала ввели акцию Six Hour, где ты заказываешь себе еды на 300 рублей, хотя там можно было заказывать еды только от 500 рублей, ну и столько в Москве какой-то от 300 рублей. То есть, ну и все равно даже за 500 рублей получаешь Six Hour плюс скин, которого нет в игре, и все это дело навсегда, естественно. Всем эта акция понравилась, даже, наверное, Mail.ru понравилась по прибыли эта акция, что они... продлевали эту акцию по 10 тысяч раз, то есть закончилась акция, продлили, закончилась, продлили, наконец-то, конечно, она закончилась, ну и вот стартовала новая акция, то есть уже не по Delivery Club, уже немножко по другой игре, но опять же, то есть сейчас становится все в 2 раза проще, конечно, оружие намного похуже, катана, нож, да, но все равно Six Hour как бы тоже, ну, катана, Six Hour тоже, в принципе, неплохо, то есть и всего лишь нужно для этого сделать, зайти в их игру, тоже, это, конечно, их игра, конечно, делали по ней по другой игре, в которую игру другую донать, естественно, все эти денежки тоже им идут, поэтому им это все выгодно, не знаю, конечно, почему они все это делают полегче, не сделать, типа, задонать Warface...
даже 500 рублей и получи катану. Не знаю, почему нужно в другую игру. Наверное, это, знаете, способ такого пиара. То есть чувак закинет 300 рублей, но он получит еще катану, но у него такой еврейский, как-то еврейская сущность. И он такой: сука, ну я ж потратил 300 рублей, зайду посмотрю, что это за набор я вообще купил, ёптыты. Зайдет, посмотрит, ему игра понравится, и он тоже будет в нее рубиться, естественно, и еще больше донатить. Ну, это чисто мое такое предположение, почему бы они такое могли сделать. Почему они делали такое с Delivery Club? То есть там люди просто узнали, что есть такая фигня, что можно заказывать себе еду на дом, и, в принципе, потом будут себе заказывать еду на дом даже без пин-кода, хотя там заказывать еду очень дорого. Если просто в интернете вбить, естественно, можно заказать в 10 раз дешевле, и сомневаюсь, что там кто-то будет заказывать еду. Но лох не мамонт, лох не вымрет, и по-любому там очень много людей, конечно, после даже этой акции будут заказывать еду без всяких пин-кодов. И поэтому они пропиарили, это, кстати, Delivery Club тоже, мейла, они владельцы, там, не знаю, за неделю или за месяц, что ли, информация всплыла, что вот, мейл купила себе за сколько там лямов в Delivery Club, все круто, все охрененно. Ну, естественно, Skyforge — это их игра, потому что это игры mail.ru, и, не знаю, у меня только такое предположение, что они таким образом хотят пропиарить игру, и как бы денег они не теряют, в том плане, то, что люди в их же игру как бы донатят, что-то там получают, могут зайти, поиграть, потому что они там что-то купили, как бы. Но, понимаете, серьезно, катана в Warface, ну, не стоит 600 рублей, даже скин на эту катану, которая идет вместе с ней, при том, что вы эту херню качаете, стоит 4, сука, тысячи бонусов на bonusgamemail.ru. 4000 бонусов — это действительно дохера, то есть это скин, представляете, bonusgamemail.ru добавили обычный скин за 4000 бонусов, то есть там можно купить шлем лидер, который в 10 раз лучше и будет вас регенить и вообще спасать вас от многих ситуаций, а обычный скин на катану, то есть вам еще сама катана нужна, поэтому я не знаю, зачем они это делают, и я не знаю, будут ли они эту акцию продлевать или нет, но если у вас есть 300 рублей и вы так сильно хотите как бы себе получить еще один донат на склад, то в принципе можете это сделать, потому что для Warface 300 рублей — это не деньги. Я не понимаю, кто вообще в Warface жаловался на то, что Сиксаура продают за 300 рублей. 300 рублей для Warface — это очень маленькие деньги. Для Warface даже 1000 рублей — это маленькие деньги, потому что с 1000 рублей даже ты вообще ни хера в Warface не выбьешь. Ты просто будешь смотреть на них как на говно, ты будешь думать: блин, сейчас мне с этих 1000 рублей выпадет куча синего дыма, куча оглушающих гранат, и то даже не судьба. То есть за 300 рублей получить себе донат навсегда, то есть уже Сиксавр получили, мне кажется, очень просто много, просто невероятное количество людей получили себе Сиксавр навсегда, благодаря акции с Delivery Club, и теперь просто миллионы, ну не миллионы, конечно, но тысячи игроков получат себе еще и катану на склад, и, конечно, будет вот просто обосраться, как счастливы. Правда, честно говоря, я не знаю, зачем они, как бы, то есть они будут продлевать эту тему, то есть они каждый раз, вот, то есть закончится сейчас акция с катаной, они сделают акцию там с топором, сделают акцию с UMP, а почему, кстати, хорошая идея, знаете, сколько раз UMP предлагали ввести в коробке удачи за варбаксы, то есть чтобы ее можно было крутить за варбаксы. Помните, как добавили когда-то Мосберг, да, то есть там одна коробка стоила 3000 варбаксов, и вот когда ввели Сиксавр, многие люди предполагали, что следующее, что они будут там раздавать за то, что будут люди заказывать еду, это будет какой-нибудь UMP, потому что это как бы и пушка и нормальная, и безобидная, то есть никто на нее не бомбит, она вроде как бы не особо нагибная, вроде бы обычная просто пушка, и никто на нее не бомбил, и люди... А действительно много людей ванговали, что вот, да, после того, как они уберут Сиксаур с Delivery Club, можно будет, к примеру, за 300 рублей или за 500 рублей сделать, купить себе, получить, точнее, UMP, еще какой-нибудь скинчик на UMP нарисовали, потому что я видел на других Warface очень много всяких скинов на UMP, себе, конечно, пин-код на Сиксаур, на катану, я себе дохера активировал, кстати, сколько я покупал пин-кодов на Сиксаур, абсолютно всегда на них был спрос и предложение, всегда абсолютно людям нужен был этот пистолет, как бы, знаете, пистолет вроде бы не основное оружие, и все равно люди очень сильно его хотели, то же самое, я думаю, будет с катаной, то есть катана вроде бы не особо востребовательное оружие, просто обычная коробка удачи за кредиты, но все равно я уверен, что ее будет хотеть очень много людей. И в любом случае, даже после конца акции, люди будут ее хотеть и пытаться где-то ее купить у тех чуваков, которые, в принципе, закупили эту фигню по акции.
Я, конечно, понимаю, что Warface играет очень много людей, но действительно интересно, что бы было, если бы они в этом клабе или вот по такой акции начали разыгрывать не пистолет, не нож, а какой-нибудь действительно АХ, к примеру, или какой-нибудь скаут. Я, конечно, не накидываю им никаких идей, потому что это, конечно, будет жестко, если они будут за 300 рублей какой-нибудь АХ или скаут раздавать. Но там будет спрос вот просто вот обосраться какой, я думаю, потому что, ну не знаю, среди того, что сколько Six Hour хотят, сколько уже катану людей хотят, это, друзья, просто жесть, и мое мнение, что сейчас как бы мейлы будут продвигать такую тему, то есть будет заканчиваться акция на катану, будет появляться новая акция, новая акция, где можно будет за какие-то гроши получить себе какой-то донат навсегда. Ну, естественно, не прям такой имбовый, как Тарчик, но такие лайтовые, как Six Hour, Катана и что-то примерно типа того. Так что, друзья, если вам нужна Катана, покупайте. Всего лишь 300 рублей и все. Спасибо, друзья, всем огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Все ссылки, друзья, есть в описании. Обязательно заходите и смотрите. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, друзья, и всем пока.